Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Администрация Сургута будет сотрудничать с администрацией Калининского района Санкт-Петербурга. Соглашение стороны подписали в северной столице. Глава Сургута Дмитрий Попов вошел в состав делегации Югры. Перспективы развития взаимоотношений обсуждали руководители территорий Наталья Комарова и Георгий Полтавченко. Ханты-Мансийский округ и Санкт-Петербург заключили договор о сотрудничестве еще 8 лет назад. Теперь же было подписано дополнительное соглашение. Перспективными направлениями станут проекты в области гидрометеорологии, природопользования, судостроения, медицины и образования. Петербург готов содействовать округу в подготовке кадров для фармацевтической отрасли, горнодобывающей промышленности и коммунальной сферы. Fashion Collection. В модных заведениях твоего города.